Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Far Cry 3. В этой серии мы отправимся к Цитре, чтобы раскрыть свою силу. Так, ну для начала поменяем, пожалуй, обвесы. Оптический прицел — это пиздец, честно вам скажу. Он такой плохой. Вообще, насколько это возможно? Вот каллимат или голо? Вот в чем вопрос. Не стоят одинаковые, тут кому какой больше нравится. Ни тот, ни другой я, к сожалению, пока купить не могу. Поэтому давайте-ка ее экипируем вот вместо лука. Экипировалась? Да. И в принципе все. Потому что продавать тут я ничего не собираюсь. Тут куча неплохих шкурок, вот, которые могут еще пригодиться. Давайте отправимся к Цитре. Почему бы и нет? Это должно быть интересным приключением. Где у нас, собственно, Цитра? Вот это? Цитра, Рили. Это она. Давайте тогда отсюда... Да, я думал просто полететь на этом, на дельтаплане, но нет. Так, по патронам у меня вроде все нормально, поэтому... И машинку тут мне оставили, хорошо. Но вот этот прицел, согласитесь, лучше, чем вот то говно, что было до. Поехали. Поехали. Такс. Нормально. Надеюсь, музыки не будет, потому что в прошлый раз меня за музыку чуть не засудили. Ай-лай-лай-лай-лай. Я лучше сам буду музыку изображать. А, мать твою, нахуй. Ладно, я, пожалуй, выйду. Не против? Что-то я как-то сегодня со скиллом вождения не очень. Что-то явно пошло не так. Давайте тогда траву подсобираем. И в таком лесу, я думаю, лучше тусоваться с дробовиком. Но. Еще один листочек где-то я тут видел. Тоже зеленый. Вот. Потому что мне все-таки нужны лекарства. А этой машиной уже вся, да? Ну да, она уже не выйдет. Печально довольно-таки, ну ладно. Давайте закрафтим сразу же лекарства. Так, мед. Все. Вроде как достаточно, да? Ты. Ух ты! Горящие стрелы. Вообще нормально. Давайте изготовим. Может быть, когда-нибудь да и пригодятся. В принципе, коктейлями Молотова я не пользуюсь. Вот там была еще сумка для мин. Для барда. Ого, тут еще медведи водятся. Да, блин. Охота тут может быть реально затягивающей и забавной. Свои, не свои. Вроде свои. Сюда подошел, мать твою. Ты чё, плыть будешь, что ли? А! Блядь!
тебя я вообще никак не ждал. Давай, давай, дробь. Где он, где он, где он? Кью? Какого хрена ты, блядь, делаешь вообще? Да, что-то я как-то неподготовленно зашел к ним. Это кто, тигр или пума? Нет, это какой-то, это леопард. А чё он такой бесцветный? Вот это леопард. А то какое-то говно. Может, то самочка была просто. Черепаха. Вон оно как. Давайте возьмем еще панцирь черепахи. Почему бы и нет, да? А вот эти петухи, блин, которые там тусовались, они мне не очень нужны. Вот типа, ну вот эти вот типа. Ну давайте все-таки одну возьмем. Казуиры. Бля, ебать вас тут много. Да ладно, вы мне не особо интересны. А пулемет какой-то такой, знаете, вот, довольно конченый. Пошел нахуй! Что происходит? Кто стреляет? Пацаны, спасибо за доброту. Долго перезаряжаешься, сука. Да ладно. Все, погнали. Так, я вам помог, и вы помогите мне. Поэтому все хорошо. Ракьяки есть, дают тут. Дорогу, блядь! Так, а может на вышку заглянуть? Пардон, не та кнопка. Вышка, блядь, далековато, конечно. Ну, давайте сначала, в принципе, на радиовышку. Потому что она для нас, в принципе, ценнее. Это откроет карту, откроет какую-то пушку. Так, надеюсь, к ней есть дорога. Ну, вроде что-то такое похоже на дорогу есть. Нормально. Так, чё? Ну, пулемет такое оружие, оружие не очень, знаете ли. Поэтому я, пожалуй, возьму нечто попривычнее мне. Был бы тут какой-то, не знаю, специальный автомат ВАЛ, например. Было бы очень даже круто. Ну и чё, а куда дальше? Я здесь поднялся, допустим, да? Твою мать. Окей. Дубль 2. Чё-то я не сильно понимаю, куда идти. Ты же не можешь это перепрыгнуть? Джейсон, прекрати. Вот так. Угу. Ну это такая вышка, знаете ли, не очень. Простенькая. С такой, я думаю, уже можно и навернуться. Правда, с того все на что-то как-то не предвидится.
Ну, то есть, как в Assassin's Creed, чтоб прям спокойно-спокойно можно было спрыгнуть. Ну да ладно. В принципе, сейчас посмотрим на ночной остров. Ну, как такой, вечерний больше. Бусы. Очень-очень важная штука. Явно пригодится мне в войне против пиратов. Так-с. Еще одна вышечка. Это, наверное, тот храм. О, самолет! Круто! Готово! Так, а мне не в ту сторону. Не в эту. Огнемет. Нормальная тема. Так. Что? Дробь? Так у меня есть уже дробь. Или это какой-то новый? Ну ладно. Только попробуйте. Я вас буду убивать. Только, блядь, попробуйте. Кто тут? А кто тут, кстати, из зверей есть? Интересно мне. Ага, то есть... Ебать, тут... Захвачено. О, динго! Вот это то, что мне нужно для сумки. Ну. Так, ну хорошо. Здесь у нас, в принципе, храм. Здесь у нас врата храма. Здесь у нас магазин есть. Но пока никаких точек быстрого перемещения, типа, туда нет. Хорошо. Ладно, пойдем к Цитре. Надеюсь, я тут не разобью себе голову. Блять! Нормально, терпимо. Ты что, блять? Ты спрыгнул с маленького камушка и чуть не... Ладно, хорошо, неважно. Джейсон, ты говно. Вообще херово с тебя, скалолаз. Так, встретиться с Деннисом. Окей, так и сделаю. Денис. Ага, пушка прячется. Значит, тут, судя по всему, никого пристрелить нельзя. Но тут можно что-то ограбить, поэтому давайте ограбим. Я ж, в принципе, не принадлежу к ихней вере, там... Ай, блядь. Поэтому можно и упиздолить что-то. Да, хорошо. Нефритовая фигурка, баксы. Ну... Пригодится. Почему-то жизни у меня не восстанавливаются, не знаю. По идее, должны. Так. Денис. Ты где? Джейсон, стой спокойно, чтобы видели. Терпение. Кто? Кто Денис? Видели? Кто рядом с тобой? Молодой воин! Я хочу представить его Цитре! Входите! За мной! Окей. Сюда! Не отставай! Ага. Понял. Ну ты давай веди, а то вдруг, мало ли, что может случиться. Блин, ну такой у вас храм, конечно, стремательный. О. Я ничего не брал, ребят. Привет. Здорово. Не отставай. Денис. Ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Берханди! Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Хай!
Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Я вообще забыл спросить, блядь. Сейчас одного с ножа и другого с ножа. Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Когда срежу! Я думала, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храп. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. И это все? Вообще-то да. Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Ты Агнец. Я пойду один. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. У него мой брат. Я готов на все, чтобы вернуть его. Дариканса Херба. Принеси мне то, что потеряно. И мы поговорим. Что за говно? Вот эти вот два петушка, блядь, с калашами, они меня так бесят. Пипец, можно я их потом убью? Да, Цитра заметила твой пыл. А ты чё так лыбишься? Что потеряно? Что она имела в виду? Выпей, и ответ придет сам собой. А это не опасно? Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, чтобы спасти друзей. Да. Тогда пей. Окей, чё? Вау. Мы слишком часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. Офигеть. Вы что, меня опять какой-то наркотой накачали, что ли? Твою мать! Покер? Оливер? Кит? Райли? Что за хрень? А ты кто? Где я? Воу. Чертовщина. Пальмы полегче. Я не могу бежать. Ну так. Воу. Офигеть. Чем вы меня накачали? Бля, вот это мультики. Да. Не, ну я в принципе понимаю, почему они все такие конченые ходят. Но, блин, накачивать своих солдат наркотой, это тупо, really. Они же умнее от этого не становятся. Вот чёрт. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Ты чего такой неласковый, а? Что вообще происходит? Близок к концу. Давай! Заканчивай!
охуеть. Не, ну нормальные такие, в принципе, глюки. Очень даже ничего. Хочешь работать на меня? Выполняй мои правила. Да уж. Это, конечно, наркомания просто невероятная. Да ладно. Чё-то куда-то мы всё-таки двигаемся. Мать вашу. Это что, оно? И что случилось? Я видел друга и младшего брата Райли. А потом я пошел за человеком в белом костюме. Я видел трущобы и бар. Было темно, и грязно, и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, мне туда. Трущобы, ну, по идее, большие. Да. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом. Угу. То есть вот так вот, накачали наркотой, а теперь, ну, норм, чё. Ладно, куда идти? Куда идти, собственно? Начнём с человека в белом, да? Сказал Джейсон, так. Ага, ну у нас текущее задание где-то здесь, поэтому пошли сюда. Ладно. Хорошо. Теперь куда? Ага, то есть теперь у нас есть сюда быстрое перемещение. Ебануться. Вы что, серьезно, что ли? Ладно. Пойдем туда. Для начала очистим еще вот тот лагерь. Да достань ты пушку уже, ну. О, что-то новое очко появилось даже. Офигенно. А, так, если вы используете быстро перезаряжая снайперскую винтовку. Хорошо, то есть открылись, в принципе, новые ячейки, которые можно прокачивать. Так, бесшумно убейте нескольких врагов, расправляясь с ними по очереди. Ну, такое типа, да? Негоримые. Получайте на 50% меньше урона от огня. Получайте дополнительную ячейку здоровья. Очень даже неплохо. А в паука что? Опытный лучник. Это не очень интересно. Ловкие пальцы. Перезаряжайте пистолеты, дробовики быстрее. Получайте в 2 раза больше предметов со шкур. А, что это? Убейте врага, затем используйте его нож. Убейте другого противника. Ух ты. Это у меня уже прокачано, да? Не, ну я даже не знаю, в принципе. Ну давайте еще одну ячейку здоровья, потому что это все-таки нужно. Вот, это все-таки повысит наши шансы на выживаемость. Да. Так, вы сможете оставаться под водой дольше. Одноручное оружие. Скользя по тросу. Это вообще наркомания. Ага, это уже со стиля Assassin's Creed. Убивать с воды. С уступов. Ну ладно. О, давайте посмотрим, кто такая Цитра. Путеводитель, это, наверное, здесь. Фотки. Люди. Цитра.
Угу. Дейзи, Деннис, доктор Эрнхард, Грант Броуди. Вот. Вот так выглядит наш главный герой Джейсон. Джейсон Броуди. Лиза. Вас. Хорошо, ладно, побежали все-таки. Мне бы еще один лагерь вот тут отбить, и можно, в принципе, заканчивать. Вот, я вижу машинку, поэтому я думаю, мы быстро сейчас до него доберемся. Так, что, стволы перезаряжены? Еще винтовочку, конечно. О, это вообще нормальная тема. Так, ну хорошо. Вперед. Вперед, Джейсон, нас ждут великие дела. Хорошо, что я все-таки музыку убрал. Ее там немножко слышно, немножко нет. Я думаю, Ютубу этого будет недостаточно для того, чтобы... Блять, меня засудить. Вау. Давайте-ка для начала используем фотик. Это же оно. Или я ошибаюсь? Нет. Все верно. Вон они заспавнились. Так, ну я не знаю, в принципе, можно Мишку выпустить. Но я лучше их пощелкаю со снайперки. Какого хрена? Попробуй остановить меня, сука! Когда найду, кишки выпущу! Куда это? Победа, блин. Легко, непринужденно. Мишку нашел зато. Да давай, ну поднимайся. Что ж ты такой немощный? Так. Давайте Мишку заебашим. Потому что мне твоя шкурка понадобится. Так, понабирал там чего-то. А что за миссии здесь? Может, тут на какое-то легендарное животное сейчас надо будет пойти. Так, местному лекарю нужна туша кровавого коноба. Убейте из предоставленного лука. Мы не отдадим им ни пяди земли. Окей. Мы заняли аванпост. Ну а давайте еще сегодня на охоту съездим. Почему бы и нет, да? Ой.
ёбнем еще этого кровавого канова из предоставленного лука. Не, я просто не знаю, что поменять. Давайте поменяю этот блядский пулемет, а. Господи, ты что, поломался, что ли? Не, ну тут, в принципе, зона такая, что ему особо прятаться-то и негде. Но лучше я поднимусь на верхотуру, где-то туда, на камни. Там у меня будет больше шансов. Обычными стрелами. Вот еще тоже такая ерунда, типа. Убивайте только обычными стрелами. А, вот о, кровавый каноба, да? То есть, это каноба. Все понятно. Сука, я не попаду в него с такого расстояния. Нет, то, что он не съебется от меня, это 100%. О, блядь. Лук, конечно, замечательное оружие. Там еще каноба. Твою мать. Сейчас у меня будут большие проблемы. Почему? Сейчас увидите, почему. Гранаты кончились. Ой, гранаты. Ну вы поняли, да, о чем я? Пошел нахуй. Ой. Да ебана ж ты мать. А че он перезаряжает? Что ты такое вообще? Труп. Я понял. Уложил? Хорошо. Сдирай, сдирай кожу и бежим. Тоже сгорит все к ебени матери. Не, ну вроде все, вроде победа, да? Тут лежат пару этих канобо. Гадость. Большая гранатная сумка. Хорошо. Очень даже хорошо. Так, это где? Вот оно, гранатные сумки. Это для молотовых. Кровавый каноба. Ну на, держи. Хай будет. На медпрепараты у меня нечем готовить. Так, ну я бы хотел бы забрать обратно свой ствол, если это возможно вообще, да? Спасибо. Он все-таки говняный, но тем не менее. Так, перезарядимся. И чё, давайте-ка на аванпост тогда.
есть бабки. Бабки. Там под водой еще что-то есть, да? Да, смотрите. Под воду еще что-то запихали. А я поеду на этой машине. Не надо. Следующий у нас аванпост где? Вот здесь. Не, вот здесь. Вот это. Что это я? Ерунду такую. От этого надо избавляться очень и очень срочно. Но на этом, дорогие друзья, я, пожалуй, закончу серию. В следующей серии мы начнем с того, что будем зачищать тот аванпост. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.